Всем привет, 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 привет. А у нас сегодня опять закрома. Будем смотреть, что мне удалось купить на этой неделе. Прошу прощения, я немножко простыла. У меня и горло, и насморк, и кашель. Но с этим надо жить. У нас тут лето в разгаре, ну а мне так не повезло. Ну, в общем-то, здесь у меня в принципе повторы. Повторы украшений, которые я уже покупала. Но тем не менее, во-первых, некоторые я покупала очень давно, а некоторые я покупала чуть-чуть в другой модификации. Например, вот как эти бусы. Я покупала уже две пары таких бус, но там был совершенно другой набор вот этих, как их называют, господи, вот этих вот, ну, короче, бусин. И вот этих колечек. Совершенно по-другому. В общем-то, мне понравились. Я не видела таких. Первый раз такие попались. Ну, в общем-то, я их купила. Они стоят 1 евро. И здесь тоже есть вот такая вот змейка интересная. Теперь у меня ее еще больше. То есть можно будет уже сделать какое-нибудь интересное украшение. Вот, в общем, вот такая штуковина. Здесь все классное. Стеклянные бусины. Здесь внутри тоже такие хорошие стеклянные бусины. Вот эти все кольца. Оно все классное. Больше всех мне нравятся вот эти вот интереснющие бусины, которые такие, видите, обтянутые шелком, обмотанные нитками. Вот эти рамочки тоже классные, деревянные. В общем, классные бусы, классные бусины. В общем, не удержалась, купила. Так, дальше. В прошлый раз мы с вами тоже смотрели вот такие бусы. И в этот раз тоже были такие цветные. И я решила, я докуплю. Потому что, конечно, у меня есть вот такие зеленые бусы. Но у меня нет ни бордовых, ни вот таких вот, ну, ягодно-коралловых. Ни вот такого цвета. Поэтому я их прикупила. Для того, чтобы у меня было побольше бусин. Плюс тут, конечно, классная такая цепочка. Очень, очень она мне нравится. Ну, а замочка у них, видно, не было нормального цвета, поэтому тут обычный, такой, знаете, классическое золото. Но сами бусины, это, конечно, нечто. Это просто супер. Во-первых, они такие тяжелые, акриловые. Ну, вообще, просто бусины, мечта. Очень классные, очень, просто суперские. Нигде у них нет никаких ни швов, ни спаек. Ну, в общем, ничего. Замечательные бусы. Следующие бусы, мы с вами их видели, но еще в прошлом году я покупала такие бусы. Вот, они вот такие. Здесь просто кладезь материалов. Вот. Здесь вот такие звенья и вот такие круглые звенья. И на каждом звене держится бусина. И эти все бусины к центру увеличиваются в диаметре. Самая большая крупная бусина, вот она вот такая. Но здесь бусины тоже отменного качества. Просто такие, знаете, вот такие, как эти. Вот они вот это одного поля ягоды, эти бусины. Очень классные. Ну, в общем-то, вот эти все элементы, они пойдут на сатуар. Еще один сатуар будет вот из этих вот таких вот бусин. Короче, из вот этих вот колец. Я тоже сделаю сатуар, сделаю сережки. Но здесь, или, может быть, сережки я не буду делать, не знаю. Вот. Здесь у нас просто чуть-чуть другого типа. Вот это здесь вот оно с маленьким отверстием, вот это красненькое. А вот это синенькое, которое бы сюда подошло, наверное, больше, чем красное. Оно, видите, здесь более крупное отверстие внутри вот этого колечка. Ну, в общем, я разберусь. Вот. Здесь все прекрасно. Единственное, здесь и цепочка классная. Но, знаете, цепочка здесь такая более массивная. Я люблю вот такие легкие-легкие. Они такие классные, прекрасные. Так, вот. В общем, вот такие бусы. Я уже из них сделала много украшений, потому что я покупала... Я, по-моему, две пары покупала таких черных и одну пару коричневых. Ну, в общем-то, черные я немножко использовала, а коричневые еще лежат. Вот. Но вот эти вот вещи я использую. Я сделала с ними очень много разных вещей. Вот этих. Ну, я рада, что купила еще. Так, и также в этот раз еще вот такие бусы, мне повезло. Так, где они тут у нас, эти бусы? Вот, в этот раз мне попалось вот так, две штуки бус, которые не с синими,
а с бордовыми пуговицами. И здесь бусины другого немножко оттенка. Но я очень рада, я очень люблю эти бусы, я очень люблю эти бусины. Они настолько вообще просто потрясающие, но это просто нечто. Ну, конечно, их, наверное, можно и так носить, но я их носить так не буду. Мне нужны сами вот эти бусины. Во-первых, их много. Во-вторых, они такие все классные, прекрасные, обалденные бусы. Просто. Вот, в общем, супер. И что я хотела еще сказать. Я единственное, пока не могу найти применение вот этим бусинам. У меня есть такие еще синие и вот такие вот такого цвета. Вот такой какой-то гранатово-фиолетовый какой-то такой цвет. Ну, в общем-то, бусы я сами разберу. Они так много места занимают. А так вот разрежу их на такие вот, на вот эти фрагменты и сложу. И вот эти штуки тоже оставлю, если они у меня хорошо оторвутся. Кстати, в тех синих, ну, в тех бусах, которые я вам показывала, может быть, в прошлый раз, может быть, позапрошлый раз, тоже такого типа, только с синими бусинами, очень хорошо оторвалась вот эта штуковина. То есть ее можно будет использовать для чего-нибудь. Ну, в общем, вот такие бусы. Это был рынок, а теперь у нас китайский магазин. Представляете, племянник мыл, выл. Брелочек, брелочек. Ну, идем, зайдем, купим тебе брелочек. И вот рядом с брелочками висят вот такие бусы. Вот. Вот такая очень крупная оголтовка, тяжелая. Я, правда, не знаю, что это за камень. Какой-то, может быть, кварц, может быть, это действительно агат, я не знаю. Ну, в общем... Вот такие бусы. Я, конечно, не надеялась, что на них будет какая-нибудь вменяемая цена. Но цена оказалась очень даже вменяемой. Вот такой сердолик. Тоже такая голтовка, но крупная. Вот. И вот такие третьи бусы. Вот. Это тоже похоже, кстати, на агат. Там есть целая куча разных разводов внутри. Ну, такие интересные. Интересные бусики. Вот. Вот такие. Господи, я уже 1000 лет в руках не держала натуральный камень какой-то. Какой-нибудь более-менее крупный. Пусть и голтовка. Короче, в общем, я подхожу к ней, к этой китаянке. Она практически не говорит по-испански. Спрашиваю, сколько стоит. А она мне говорит, акция, акция. 2 евро. Они же не выговаривают букву «Р». Я говорю, точно? Ну, в общем, 2 евро, 2 евро. В общем, я купила на 6 евро себе вот такой красоты. И я очень-очень довольна вот этой красотой. Ну, вот такие низочки классные. Особенно мне нравятся все. Хотела сказать, нет, особенно черные. Не, наверное, сердолик. Не, наверное, короче, особенно мне нравятся все. Ну, черные, конечно, самое интересное, потому что здесь есть вот такие бусины полосатые, вот такие пятнистые, вот такие вот глазики. Вот, ну, в общем, разные, совершенно разные цвет, фактура, вот есть пополам, да. И они собраны все в длину, потому что здесь где-то вот в этих сердоликовых бусинах, где-то я видела какие-то бусины, вот бусина собрана в ширину, но вот тоже вот как-то торчит этот уголочек, было бы логичнее собрать его, ну, вот так дырочку сделать, ну, в общем, ладно. Уже как сделали, так сделали. Ну, вот видите, есть такая большая бусина, и она у нас вот так. Ну, хотя ее можно где-нибудь по центру повесить, она точно не будет перекручивать. Ну, в общем, вот такие у меня были в этот раз закрома. Я довольна. Как бы не всегда нужны какие-то там супер новые бусы. Иногда достаточно пополнить коллекцию уже имеющимися, для того, чтобы было больше, ну, количество единиц одного артикула было побольше, вот как с этими бусами. Ну или вот как с этими, которых много не бывает, они все потрясные, все потрясающие. Вот, распущу, будет красота. Ну все, в общем, на такой веселой ноте красивых бус я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. И прошу вас, не забывайте подписаться, прокомментировать, поставить лайк или дизлайк. А еще у меня на канале открыта функция «Супер спасибо». Если кому-то нравится мой канал и кто-нибудь хочет его поддержать единоразово, я буду очень-очень-очень-очень благодарна. Для этого нужно нажать всего лишь одну кнопочку «Супер спасибо». Ну все, а теперь всем пока-пока-пока-пока-пока. И до следующего видео.